Я купила новый последний iPhone, при том, что я живу в общежитии. Многим этот поступок покажется странным, но я так не думаю. Во-первых, я уже несколько лет ходила с iPhone XR, и у него уже была слабовата камера, да и в принципе он иногда уже глючил. Я ждала выхода 15-го, чтобы купить себе 14-й, но так как разница в цене была невелика, взяла последний. Во-вторых, я покупала полностью за свой счет, и родители мне в этом не помогали. Честно говоря, я им до сих пор это не сказала, потому что не знаю, как они отреагируют. Ну и в-третьих, потратиться один раз на телефон, это все равно выходит дешевле, чем снимать квартиру в Москве. Так что да, теперь я живу в общаге с последним айфоном. А как бы вы поступили на моем месте?